Между правительством Тверской области и акционерным обществом «Тандер» подписано соглашение, направленное на обеспечение населения региона товарами, в том числе тверских производителей, по доступным ценам, повышение доступности объектов торговой сети для людей с ограниченными возможностями здоровья, увеличение ассортимента продукции тверских производителей в федеральной торговой сети «Магнит». Сегодня эта розничная сеть сотрудничает с более чем 30 региональными поставщиками. В рамках реализации соглашения предусмотрена организация на территориях, прилегающих к торговым объектам сети, расположенными в Тверской области, мест для проведения ярмарок, где будут представлены тверские товары, а также развитие программы «Фермерский уголок» по реализации фермерской продукции. Кроме того, компания совместно с правительством Тверской области планирует организовать для тверских товаропроизводителей обучающие семинары, где специалисты будут рассказывать в том числе об условиях вхождения в торговую сеть. Также запланировано проведение торгово-закупочных сессий с представителями торговых сетей и тверскими товаропроизводителями по всем вопросам взаимодействия. Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с малыми и средними предприятиями. Мероприятие, которое мы будем реализовывать, направлено на развитие торговли в Тверской области, создание условий для развития и поддержки отечественных производителей в Тверской области, ну и, разумеется, популяризация как самой торговли, так и самой области и ее развития в рамках Российской Федерации. Помимо тех 308 магазинов, которые у нас уже открылись, у нас еще довольно серьезные планы по открытию всех форматов, и больших, и малых, и редизайнов уже существующих магазинов. Мы очень стараемся быть лучше. И для наших уже 3750 сотрудников, которые мы в Тверской области имеем, и будет еще больше, для всех, для них, конечно, мы стараемся обеспечить очень комфортные условия и социальную поддержку во всех смыслах.